Работники культуры сели за парты, чтобы повысить свою квалификацию. Средства на эти цели выделены в рамках реализации плана концепции образования до 2015 года. Темой встречи вторника стали традиции художественного образования одаренных детей и молодежи. Теоретические знания закрепили на мастер-классе, который провел преподаватель Тульского колледжа искусств Мстислав Антонов. Среди слушателей наших это преподаватели школ искусств, концертмейстеры, руководители театральных студий, руководители фольклорных коллективов.